И мой код буквально качается. Ничего себе! Майнивной с вами. Всем привет! И сегодня с реакцией на видео с канала Разбуди. Называется оно «Я сделал игру про своего кота в 9 лет». Это будет довольно интересно посмотреть на какие-то такие вещи. Погнали. Да, я все-таки решил вам показать свою игру про моего кота. Игра про кота, которую класс. Я сделал в детстве. И, по-моему, я даже ее создал раньше, чем Bluecraft. Ну и без лишних слов, давайте уже откроем ее. Называется она «Мяу-бусь». Вот это я понимаю. Как «Мяу-сим». Это была такая старая игра на телефонах. Я взял слово «мяу» и добавил имя своего кота. И получилось «Мяу-бусь». Итак, давайте сделаем обзор. Меню. Позагляньте. Руки вот эти. Шикарная фотография моего кота. Не удивляйтесь, ведь потому что это фото сделано на Sony Ericsson с какой-то там 1-мегапиксельной камерой. Итак, у нас хорошая фотография. Играть. Как играть? Выход. Если нажать «выход», то у нас спросят: «Вы действительно хотите выйти? Параметры вашего кота сбросятся». Но нам это не надо. Давайте лучше узнаем, как играть. Только чтобы это узнать, нужно открыть другую презентацию. Итак, как играть? Ну круто, человек где лет уже что-то пытался таким заниматься, так классно. Но я тоже там пытался стать какие-то простейшие дела наши имели. Мяу-бусь — это игра Тамагочи, позволяющая ухаживать за котом, котенком и кошкой. Ее создатель — компания Лазер. Да, типа у меня была компания создания игр. Нормально, в 9 лет. В титрах тоже там присутствует. Это успех, день это успех. Днем ваши питомцы будут расти, развиваться, играть. Эта игра... Извиняюсь, я приболел немного, походу. У меня... кашель, немножко насморк. Продолжается поэтому... до 2 недель. Этот знак обозначает взятие действия. Это, кстати, моя реальная рука. Я фоткал свою руку и потом просто обрезал ее. Эти знаки обозначают далее назад. Инструкции по уходу за котом в игре тут нет. Просто лень было писать, наверное. Если экран красноватый, то состояние вашего питомца плохое. А если экран мигает, то состояние нестабильное. Кошмар. До этого кошмар. Можно было и догадаться. Короче, инструкция не особо информативная. Итак, Мяу-бусь первый день играть. Появляется вот такая вот загрузка. Это просто гляньте. Это имитация загрузки. Тут просто через 30 секунд сменится слайд. Там, короче, дальше слайд с моим лицом. Его я вам не покажу, но блин! Текст. Привет, а меня я зовут Паша. А мы хотели. Я помогу тебе ухаживать за твоим питомцем. Давай начнем. Заполни анкету и дай кличку своему питомцу. И тут можно как в Букрафте ввести свой ник и так далее. Но так как это ни на что не влияет, можно это пропустить. Итак, вот твой код. И вот начинается сама игра. Нас приветствует мой вырезанный код. Да, нормально. И фотография моей старой кухни. Там просто была фотка такого плохого качества, что я даже не понял, где тут у него лапа кончается. Но вот видите, лапка такая маленькая белая. Я должен был вот так ее вырезать. Твой кот хочет есть. Щелкни по миске и наложи еды. Закроем это меню. Да, конечно, место для еды у кота довольно страшное. Еще этот пол черный. Я думаю, в те годы у многих так выглядели квартиры. Ну, это типичная советская квартира, хотя у многих до сих пор так выглядят квартиры. И это печально, это грустно. Очень надеюсь, что... Особенно если было немного денег. Про времени все будет намного лучше. Итак, все. Мы щелкаем по миске, и кот ест. Борщ? Точнее, он впитывает. Или что он вообще делает? Добавил бы хотя бы анимацию поедания. Чисто борща, наверное. Вот и хорошо, твой кот поел, индикатор показывает хорошо. Кстати, почему только у кота появилась белая какая-то обводка? И он пошел дальше. Твой кот хочет в туалет. Щелкни по туалету. Так, а если не нажать на туалет, посмотрим, что будет. Ничего себе продумано. Ожидаемо, он просто... Продумано, гляньте, какая продуманная игра. Кот скучает. Твой кот скучает. Щелкни по коробке внизу экрана, чтобы взять игрушку. Давайте закроем это окно и вообще сделаем обзор на комнату. Что тут можно увидеть? Во-первых, мой старый телевизор. Гляньте. Вот такая коробка была. Что там на экране, непонятно. И вроде бы канал Disney. И угадайте, что вот это за штука по телевизору? DVD-шник. А это DVD-плеер. Да, ну потому что не кассетник, потому что кассетники шире были. Ну, кассету вставлять надо. Внизу были диски. У меня был еще кассетник. У меня до сих пор лежит мой кассетник старый. У меня на балконе. И так далее. Еще у нас там есть мое, вот такое там вот... есть мое старое видео, там, где я кричу. Там мне, короче, меня пытались выгнать на улицу, а я кричу: «Татавку, татавку!» Хочу, это приставку, 2 года, да. У меня 2 года появилась PlayStation 1, и я подсел на игры с того момента. Сервант советский. А под ним я вижу конструкторы. Это электронные конструкторы. Там можно было собирать всякие схемы. О, это такая же была. Еще на фото есть стол с ноутбуком. Крутая штука, крутая штука. Потому что дальше он есть в более лучшем качестве. Итак, давайте уже щелкнем на коробку. У нас тут лежит гиря. Давайте возьмем ее. Отлично, твой код качается. И там моя фотка, где я держу гирю, типа. И мой код... буквально качается. Ничего себе. Такое только я мог придумать. Моего кота хорошее настроение. Нормально. Твой кот грязный. Помой его и убери пятно. Гачи-кот. Почему-то не могу закрыть это окно. Я просто нажимаю и убирается пятно. Вы хорошо ухаживаете за котом. Так что скоро появится котенок. А потом котенок вырастет и будет еще один котенок. И мы возвращаемся в самую первую локацию. Ну давайте покормим. А нет, он не кормится, а пьет воду. Что?
Что это такое? Твой кот болеет. Если его тошнит, дай ему витамины. Ничего себе. Можно убрать вот эту вот всякую гадость. Но мы дадим ему витамины. Но почему-то это не витамины, а кубик просто детский. Ура! Но, наверное, ты хорошие витамины. Все навыки ухаживания за котом. Теперь у тебя милый котенок. Блин, такая прикольная фотка кота. Да, миника. Так, и вот наш котенок. И это просто уменьшит. Микрощелик чистояемый. На картинку моего кота. Щелкни по котенку, чтобы взять его и отнести в туалет. Ну давай, можно убрать вот это вот пятно. Так, кот бросил котенка. Теперь они поедят. Котенок с котом вдвоем съели быстрее и не наелись. Положи им еще. Ну окей. Теперь они запрыгнули на кресло. Да, и видимо тут что-то грязное. Кстати, вот это кресло, это было чисто кресло кота, потому что на нем спал только кот. На нем никто, кроме это него, и не круто сидел. Круто вообще. Так, и нужно убрать грязь с кресла, получается. Нажимаем, и она пропадает. Теперь она заболевает, котенок. Да уж. Даем ему таблетки. Но почему-то он не вылечился. Ему становится все хуже и хуже. Что происходит? Ух, что-то совсем плохо. Нет! Уже экран мигает. О, появились новые таблетки. Отлично. А вот и кот. Ой, он принес блох. Бегал на улицу. Класс! И конец первого дня. Мяу, пусть конец первого дня. Спать. Блин, ночь. Слушайте, прикольно, это продумано. Вон, гляньте, гениально. Завтра. И на этом завершается презентация. Но игра продолжается, потому что есть еще и второй и третий день. Так что продолжаем. Мяу, а, пусть ну-ка. Второй да. день играть. Отлично. В загрузке у нас уже три кота. Это, кстати, спойлеры. В доме слишком жарко. Возьми охлаждай. Как, знаете, аниме-опенинги со спойлерами. Бонус. Давай. Кот также доволен. Теперь оба кота скучают. Ну, прибегнем к нашей старой коробочке. И у нас тут фломастер лежит. Вот он появился на столе. Так, главный кот у нас рисует, а кот поменьше кушает яблоко. Давайте сделаем обзор на стол. Вот тот самый ноутбук, на котором я делал эту игру. И Bluecraft, и все остальные. Нормас. И клей, кружка. И... Что делает клей там? Зубная нить. Подделал игру такой. Ох, так вдохновение пришло, можно еще поделать. Я никогда не использовал. Ну, яблоко, его было просто лень убирать. Ну, и я как бы пристроил кота, типа он ест яблоко. Теперь котенок стал котом. Ухаживай за ним тоже. Потом вам предстоит встретить котенка и кошку. Что тут происходит? Откуда тут еще третья кошка? Так. Она Опа. Типа... Ладно. Погоди, откуда я вообще ничего не помню, что произошло. Почему тут еще четвертая кошка появилась? И почему у них текстурка одна и та же у всех? Мяу, бусь, кошачья свадьба. Я не буду задавать лишних вопросов, просто нажму на кошачью свадьбу. Свадьба, кличка. Кличка. Ладно, новая семья, допустим. Так, у нас главный кот есть, кошка-кота, кошка-кот. Ну, допустим. Так, мне, наверное, придется их 10 раз покормить, чтобы они все наелись. Да, они просто съели всю еду за одну секунду. А главный кот пьет воду сколько еще минут. Так, еще раз кормим. И еще раз кормим. И на этом конец второго дня. Наелись. Он как будто чисто, короче. Чисто поели весь день. Смотрите, уже мяу, будь хорошая семья. Конец второго дня. Ну, давайте спать. Ну, и остался у нас третий день. Итак, третий и последний день. Играть. День начинается просто с того, как они все в одном туалете. Вот это семейный поход, я понимаю. Фу, они просто впитывают это. Что? Так, и кот зачем-то съедает хот-дог. Когда успел появиться еще один котенок? С такой же текстуркой, кстати. Щелкни на паука. Чтобы начать игру, поймай паука. Так, а где паук? Ну-ка, уберем это. А, вот он. Прямо на шторе. Кстати, если бы я в жизни увидел такого огромного паука я на бы... шторе. Я пошел бы говорить, мама! То квартира бы уже была собственностью этого паука. Ну и давайте нажмем на паука, чтобы поиграть в игру «Поймай паука». Да, если я боялся пауков, капец. Пауков. Давайте поймаем всех пауков. Так, я поймал всех пауков. Ваш баланс 12 рублей. Пополните баланс. Нормально. Ну, конечно, зато хот-доги едят. А задонатить можно? Есть донат. Так, какой-то непонятный интерфейс. Разные покупки, фломастеры, гантели, корм, вода. Пополнить баланс. Плюс 50 или плюс 100. Но нам доступен только один вариант. И кот зачем-то бьет будильник. И на Получи этом игра будильник. Резко заканчивается. Да, это все. И, видимо, дальше просто было лень делать. Ну, всякое бывает. Ну, и как вам эта игра? Не, лучше, ну... чем Bluecraft. Кот-качок, это очень нормально. Но мне эта игра нравится больше, чем Bluecraft. Ну, потому что там мой кот все-таки. Ну и в общем, и он качается. Точно игра, только со мной. Я сфоткал себя, и типа я хожу по квартире. Только вместо кота по квартире хожу я. Теперь давайте я зайду в папку с игрой Мяу Бусь. И тут, кроме презентации, есть еще изображения и звуки. Кстати, Мяу Бусь 2 это фейк. Там нет никакой игры на самом деле. Итак, давайте зайдем сначала в звуки. Тут есть звук клика Майнкрафта чем-то, который даже не используется в игре. И какая-то песня. Давайте включим. Носа! Носом, ношу
Боже, какая же это древняя песня. Наверное, только я ее помню. Это ведь было лет 10 назад. Ну, я помню, мы эту песню в школе слушали. Носа, таблетки от... Ну, это мы это пили, да. Мы как обычно, все меняли название песни. Ну, музыка, которая играет название, на протяжении текст. Всей игры, мне бы за нее дали АПшку. Так что включать ее не буду. Ну и самое интересное, это изображение. Бунтеля. Тут, кстати, есть немашедшие фотки. Итак, первая фотка — это просто фонарик. Дальше это компас, который, кстати, не работает. Тот самый фломастер. О, а это новая фотка. То, что лежит тут, это домашний телефон. Новая. Да, раньше у меня был домашний телефон. И в номере всего было 5 цифр. И почти у всех тогда был такой телефон. Да, да, друзьям было. Я в большинстве через него звонил. Ну а вот телевизор вблизи. Какая-то не очень понятная передача. Тут тоже не особо понятно, что это. И пошли фотки моего кота. Вот он вылизывается. Вот он просто чилит. Снова чешется. Снова отдыхает. И снова чешется. И сидит как человек. О, а вот та самая фотка, когда с которой так я сидят. Вырезал кота. И почему-то выбрал самую неудачную какую-то темную фотку, где моего кота еле видно. Еще я вырезал криво. Это текстурка краснеющего экрана. Это текстурка воды. Это текстурка еды. А эта картинка называется «Цвет кота. .png». И знаете, что это? Вы обратили внимание в меню на название игры? Оно... Ничего себе! Вы просто гляньте, дизайнер рос. Черным текстом, а так называем цветом кота. И дизайн. Вот это и текстурка. Конечно, странное решение. Ну и вот это точно все, что хотел. Прикольно, на самом Пишите деле. В комментариях, понравилась ли вам игра. Ну и не забывайте подписываться там на канал и... Блин, прикольно, на самом деле забавно такие вещи находить, такие, знаете, артефакты прошлого, я их называю, классно, классно. Ребята, блин, а может когда-то сделать обзор на там, где я бьюсь головой об пол и кричу «Татавку, татавку». У меня такая сета есть, ее надо цифровать, конечно. Ну, короче, пишите ваше мнение по поводу этой игры, а я считаю, это великолепно, это круто, на самом деле. Приходите, подписывайтесь на «Разбуди», подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем удачки, всем пока.